Здравствуйте, мои дорогие, с вами Неля Германия. Я вам покажу свои покупочки, которые я купила в магазине Reserved на скидке. Там сейчас проходят большие скидки, плюс еще к уцененным товарам они еще добавляют 20% минус снимают. И получается очень хорошо, можно сейчас купиться. Вот перед вами лежат такие сапожки. Это сейчас как раз модный дизайн. Цвет такой в тренде бежевый. Новый такой дизайн, что это змеечка. Такая впереди. Здесь сбоку ничего нету, только вот это вот тоже модная деталь. Подошва такая тракторная. Они стоили 70 евро, а я их купила по скидке за 20. И плюс еще сняли 20%, это получается за 16 евро я купила. Вот такие симпатичные сапожечки. Они очень нежные. Сейчас это актуальный тренд. Такой дизайн и цвет. Сейчас везде вот эти бежевые сапожки. Я ими очень довольна. Я их прямо схватила и радовалась, что они мне достались. Там еще есть черные, всякие с цепочками, но я думаю, бежевый сейчас самый как тренд. Черных уже полно, а бежевых нету. Так, что следующее? Следующая такая классная сумка с такой вот классной цепкой. Она еще была набита бумагой и такая пухленькая получается. Такая модная деталь. Цвет фуксия. Тоже она стоила 40 евро. Я ее купила за 10. И минус еще 20% это 8 евро. Это вообще находка. Просто что мне надо еще что-то к ней подобрать. Там такие карманчики есть. Внутри для телефона. Змеечка такая. Такая марка, бирочка. Написано Reserved. Очень качественно сделано. Швов никаких нету. Никаких ниток нету. Все это очень качественно прошито. И цвет модный сейчас фуксия. Это сейчас актуальный тренд. Надо мне еще что-то такое фуксию взять под цвет. И на весну будет какой-то такой комплект. Так, цепь мне это очень нравится. Вообще она классно сделана. Как вам? Напишите, нравится вам такой дизайн. Потом такой пиджачок. Я уже его мерила в магазине. Я вам его показывала. Такой тоже сейчас модные эти салатовые цвета. На двух пуговицах эти карманы-обманки. Здесь такие пуговички на рукаве. Сейчас я вам состав почитаю. Какой там. На подкладке он идет. Значит, с этими. С пуговицами запасными. Сейчас состав почитаю. Сделано в Польше. Где состав? 100%. 100% полиэстер. Но мне нравится. Подкладочка, швы хорошие. Никакие нитки не торчат. Очень аккуратно пошит. Сел хорошо. Хороший этот раскрой. Цена у него тоже. Сколько было, не знаю. В гривнах вот здесь написано. 1399 гривен. А евро они заклеили. Это 44 размер. Сейчас он стоит 15 евро 99 центов. И минус еще 20%. Это за 13 где-то евро я его купила. Около того. Вот такая бирочка Reserved. 44 размер. Швы очень хорошие, аккуратненькие здесь. На весну то, что надо, находка. За такие деньги это вообще красота. Так.
Следующее, что я купила, это я зашла в китайский магазин, и у них на прилавке такие джим-суиты лежали всех размеров. Цена вообще смешная. 1 евро. Это вообще копейки. Я искала свой размер XL. XL не было, там был S, M и L. Но я когда его развернула, посмотрела, во-первых, здесь пишется 44-46. Развернула, посмотрела, и он на меня налезет. Может, я потом одену. Это S-мара, это марка с Лидла. В Лидле это. Видно, в Лидле остались, и этот китайский магазин у них перекупил. Написано даже органик текстиль. Сейчас я почитаю, что там написано. Какой состав? 95% баумволя, хлопок, 95% хлопок, 5% эластан. Очень классный, 95% хлопок. Я его взяла, чтобы спать в нем. Он как пижама такой. Я вам потом покажу, мои дорогие. И в том же китайском магазине я купила такое ведерко. Марка Альпина. Такое вот сиреневое. Сиреневая с педалькой. Это ванну себе взяла. Марка Альпина. Это швейцарская марка. И цена, цена вообще шикарная. 1 евро. Вот видите. Я не могла просто устоять там. Думаю, свое выкину старое, это поставлю, это с педалькой, потому что у меня без педали. Ну, вот такие вот у меня покупочки, мои дорогие. Лайкаем, подписываемся, оставляем комментарии. Вот я в этом ночном комбинезончике, в котором можно и дома ходить, или спать. Здесь такие карманы внутренние, пуговички расстегиваются. Почти 100% хлопок. Очень удобный для дома, для ночи, чтобы спать или ходить так по квартире. Очень классный. Как вам, девочки? Это вообще находка. Что вы скажете? Такую же кофту под цвет фуксия. Вот как красиво смотрится эта цепь. Так вот в руке, если держать, оно так красиво. Как вам? Кофта у меня была с магазина Бёкер, а сумка с Резерват. Подходит оно под лук? Мне нравится. Так вот на весну пойти в брючках, в сумочке. Цвет фуксия сейчас очень модный. Нравится вам, мои дорогие?
Мне очень нравится. Что-то новое, необычное.